Мы при случае, при разговорах всегда вот как-то, вот, особенно когда речь идет о спектаклях, о театре, о театральной критике, мы Надежду Степановну вспоминаем и очень тепло. Вот. А я в свое время, в 99-м году, когда занялся уже так, более плотно, вернее, пытался заниматься, начинал режиссурой, в театре решили поставить спектакль «Руслан и Людмила» Пушкина. Это был 99-й, 200-летие со дня рождения Пушкина. И, ну, сами понимаете, да, поэма, в стихах, как ее поставить на сцене? Там много всяческих пушкинских апартов, ну, то есть от вступлений, каких-то лирических комментариев и так далее от имени автора. Ну, надо же делать инсценировку, театр требует, чтобы все было по ролям, и чтобы был конфликт, и чтобы был диалог и так далее. От этого никуда не денешься, действие. И я взялся за инсценировку. Ну, я ее сделал, но как-то так внутренне много вопросов было, сомнений там. Так ли или не так ли. А еще, кроме этого, надо было ее обязательно регистрировать в Российском авторском обществе. Потому как, если мы продаем билеты, то авторское общество наблюдает, что мы показываем, кто это сделал, и надо все оформлять. Ну и необходима была лицензия на инсценировку. И я рискнул обратиться к Надежде Степановне. Она взяла мою инсценировку по Пушкину, прочла, потом мы созвонились, она пригласила к себе домой. Я был один раз как бы, и в гостях, и по делу, что называется, предложила чай, и мы поговорили. И она в рукописном прямо варианте отдала свою рецензию мне. Рецензия была хорошая. Я до сих пор горжусь тем, что да, вот у такого известного, знаменитого и профессионального, глубоко профессионального человека, значит, я тоже получил рецензию. Очень-очень нежная и светлая такая память, воспоминания о ней в театре у тех, кто Надежду Степановну помнит, у тех, кто ее читал. Поэтому я надеюсь, что теперь будет читать людей еще больше в связи с этой книгой. И просто хочу еще раз поздравить, благодарить за такой труд огромный. Еще хочу сказать, что мы с Союзом писателей дружим, и что у нас совместные проекты. И в энергетических чтениях наши уважаемые писатели зачастую выступают и говорят свое слово в театре. Вот. И в распутинских чтениях у нас таковые уже состоялись неоднократно. И вот в проектах, посвященных там юбилею Иркутска, это тоже был распутинский Иркутск с нами. То есть мы дружим с писателями и надеемся, что будем продолжать дружить. Спасибо вам огромное, спасибо за предоставленную возможность.